Всем приветик! У нас выходной. Мы идем в магазин за новой настольной лампой. Потому что, что бы вы думали, вот этот маленький первоклассник умудрился поломать настольную лампу. Вот. Поэтому мы идем в магазин выбирать новую настольную лампу. Да, Давид? Да. В нескольких магазинах мы уже были. Кое-какие лампы мы присмотрели. Сейчас зайдем еще в один магазин. Посмотрим какой-нибудь еще вариант. Потом выберем и вам все покажем. Так, вот это мы в магазине уже были. Сейчас пойдем еще в другой. Вот туда нам, в этот магазин. Ого, какой! Сколько игрушек. Может, это клево. Да, может. Ну, в общем, посмотрели мы лампы. Наверное, Давид, вернемся мы в тот магазин, где мы были, да? Наверное, купим ту белую лампу светодиодную. Все, отдохнул, какая пошли. Беленькую. Помнишь, мы смотрели? Вот тут уже меня цвет. Да. Пошли, мне она больше всего понравилась. И Давиду тоже она больше всего понравилась. Этот магазинчик, посмотрим лампу. Труженица. Не хотим? Не хотим же мы. Маленькая труженица. Мама, снимаешь не сломуху. Снимаешь не сломуху. Это пчела, Давид. Снимаешь не мух. Если нет, это сейчас пчелка. Не пчела, а муху снимаешь. Это пчелка. А что она, эта пчелка такая темненькая? Вон полосочки. Видишь, какая она трудяжечка маленькая. Собирает пыльцу себе на медочек. Как? Видишь, собирает пыльцу. О, а это кто? Теперь Давид с лампочкой. Ты рад, Давид? Да. Да. Так, вот такую вот мы лампочку беленькую купили, красивую. Это я такой настольный. Могу его такой сделать. Да, там можно поменять цвет. Теплый или холодный. Можно поменять яркость. Вот такое? Да. И Давидушка сел сделать уроки. Домашку нам пока еще не задают. Ну, мы немножко делаем в черновике. Палочки пишем, крючочки. Да, Давид? Вот такой, да. Светлющий сделает. Такая у нас беленькая прелесть теперь. Под все подходит. Беленькая, красивенькая. Что ты там пишешь? Давай, старайся, пиши. Так что вот такая у нас покупочка. Вот такая вот она беленькая. Без всяких лишних деталей. Белая лаконично. Все, что должно быть. Мой любимый ученик. Да? Угу. Ну все, пиши. Не буду тебе мешать.